Число жертв теракта в аэропорту Ататюрка в Стамбуле достигло 36 человек. Около полутора сотен ранены. Некоторые находятся в критическом состоянии. МИД Беларуси заявил, что наших соотечественников среди убитых и пострадавших нет. По последним данным, три взрыва прогремели на входе, выходе и на парковке в зоне международного терминала аэропорта накануне вечером. Власти Турции заявили, что в атаке участвовали три смертника. Сначала они открыли огонь из оружия, затем привели в действие взрывные устройства. Ночью с заявлением выступил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он призвал мировое сообщество к совместной борьбе с терроризмом. Тем временем страна приходит в себя после взрывов. К данному моменту уже возобновил работу аэропорт Ататюрка. Хронику кровавых событий восстановили наши корреспонденты. Паника, шок, вой сирен скорой помощи. Хаос и боль поглотили международный аэропорт Стамбула. Три мощных взрыва поздно вечером прогремели в самых оживленных местах аэропорта, в терминалах и на парковке. На кадрах камер наблюдения видно, как оглушенные и дезориентированные после взрыва люди пытаются покинуть воздушную гавань. Некоторые, не в силах справиться с шоком и паникой, начинают прятаться в толпе. Среди всего этого хаоса особенно беззащитными выглядят дети. Раздался сильный взрыв, он был очень сильный, и внутри аэропорта началась паника. А другие пассажиры говорят, что была перестрелка, но я ее не слышал. Один человек выстрелил и вошел, потом раздались два взрыва. Я слышал их. Я находился в терминале внутренних рейсов, а это произошло в международном терминале. Жертвами атаки, по уточненным данным, стали 36 человек. За жизни еще около 200 борются врачи. Первую медицинскую помощь оказывали прямо на месте, после чего людей доставляли в ближайшие больницы. Среди погибших есть иностранные граждане. По информации на данный час, наших соотечественников среди жертв теракта нет. На данный момент среди пострадавших, либо погибших, граждан Республики Беларусь нет. Но данная информация является оперативной, потому что 27 человек находятся в критическом состоянии, и они находятся без паспортов, они не опознаны. Мы находимся в прямом контакте с правоохранительными органами Турции, с местными властями, с губернатором, с Министерством здравоохранения, с Министерством юстиции. У нас информация обновляется каждые полчаса. Мы стараемся получить полную информацию, чтобы быть уверенными, что среди пострадавших нет белорусов. Воздушная гавань прекратила работу. Долгое время она не принимала и не отправляла самолеты. Многие пилоты, узнав о произошедшем еще в воздухе, разворачивали лайнеры и возвращались к месту вылета. Сейчас работа частично восстановлена. Как нам прокомментировали в аэропорту Минск-2, сегодня запланированы рейсы из Стамбула в Минск и обратно. Ожидается, что прилет и вылет будут осуществлены согласно штатному расписанию. Следственные мероприятия еще продолжаются, но аэропорт открыт и воздушное сообщение вернулось в норму. Ответственность за кровавую атаку взяли на себя боевики группировки «Исламское государство». Личности смертников, совершивших теракты, устанавливаются. На месте трагедии продолжают работать криминалисты, опрашиваются свидетели, изучаются записи с камер видеонаблюдений. Соболезнования в адрес Турции в связи с терактом приходят со всего мира. Франция, Бельгия и вот Турция. Террористы нанесли еще один, как они выразились, политический удар по новому государству. Однако в очередной раз пролита невинная кровь. Жертвами вновь стали мирные граждане, далекие от политики люди, которые просто летели по своим делам. Таисия Саховская, Ирина Мочко, телекомпания СТВ. После теракта в Стамбуле многие аэропорты мира усилили меры безопасности. В авиаузлы Нью-Йорка и Вашингтона на патрулирование направлены дополнительные наряды охраны с тактическим вооружением и оборудованием. В московских аэропортах тотальный досмотр проходят все без исключения пассажиры. Багаж и документы прилетевших в столицу граждан досматривают при помощи спецсредств.